Всем привет! Вы на канале Посуда Маэстро. И сейчас мы распечатаем и посмотрим, что из себя представляет набор посуды Маэстро MR3501. Поставляется он вот в такой зеленой коробке. На боку есть характеристика кастрюль, которые входят в состав набора. Распечатали набор, внутри нашли инструкцию по применению. И теперь посмотрим, что в него входит. Кастрюлька с диаметром крышки 16 сантиметров, объемом 1,5 литра. Точно такой же ковш с диаметром крышки 16 сантиметров, объемом 1,5 литра. Две кастрюли одинаковых, объемом по 2 литра и диаметрами крышек 18 сантиметров. Одна кастрюля 3-литровая с диаметром крышки 20 сантиметров. И одна кастрюля, самая большая, 5-литровая с диаметром крышки 24 сантиметра. Теперь посмотрим поближе, например, кастрюльку на 2 литра. Что мы имеем? Крышка со стальной литой ручкой, стальной защитный ободок по периметру и отверстие для выхода пара. Корпус кастрюли зеркальный, полированный. Внутри кастрюля тоже зеркальная, полированная. Шкалы уровня жидкости, понятное дело, нету, поскольку форма кастрюль не предполагает ее нанесение. Ручки литые, крепятся на заклепках. Дно многослойное, термоаккумулирующее. На дне логотип Маэстро и информация об источниках тепла. Подходит для всех видов плит и варочных поверхностей, включая индукцию. Надеюсь, обзор был вам полезен. А тем, кто хочет, чтобы еда у него была на 10% вкусней, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк под этим видео.